В городском округе Люберцы открылось еще два магазина торговой сети «Да». Новые супермаркеты расположены на северной стороне города и в поселке Октябрьский. С первыми покупателями, которые уже активно готовятся к встрече Нового года, пообщались мои коллеги. Выпечка есть свежая, тоже очень хорошо, и цены по выпечке довольно-таки хорошие. А какой аромат? Пройти мимо невозможно. Ежедневно в супермаркете «Да» выпекают более 30 видов хлебобулочных изделий. Собственная пекарня не только обеспечивает свежей и качественной продукцией, но и является гарантией того, что цены на выпечку будут доступными. Хлебушек к Новому году, багету с корочкой сделать. Ежедневные бесперебойные поставки охлажденного мяса, молочной продукции, овощей и фруктов обеспечивает собственный автопарк торговой сети «Да». А значит, на прилавках магазина всегда лежат свежие продукты. Кроме продовольственных товаров, на полках косметика, бытовая химия, товары для животных, посуда, текстиль, бытовая техника и многое другое. Мы всегда стараемся следовать своим высоким стандартам. Все наши преимущества, которые мы стараемся донести до наших клиентов, это скорость обслуживания на кассе, это широкий ассортимент тех продуктов, которые они потребляют каждый день, и, конечно, высококачественный сервис. Покупки к новогоднему столу и товары повседневного спроса теперь в шаговой доступности для жителей северной стороны города. Новый супермаркет «Да» открылся на улице Попова, 21Б. Далеко ездить за продуктами теперь не придется и жителям Октябрьского. В поселке это первый магазин, полюбившийся всеми сети. Он расположен по адресу улица Ленина, 55. Я этим магазином вообще довольна очень. Мы ездили в Островцы все время, а сейчас здесь рядом с домом прекрасно. Помещение очень большое и, главное, очень большой выбор товара. Вот. Ну, цены, естественно, приемлемые. Новые магазины работают каждый день с 8 утра до 10 вечера. Скажите «да» покупкам в современных просторных торговых залах в комфортной атмосфере. Луиза Егиазарян, Богдан Колесников, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.